Здравствуйте. Здравствуйте. Все хорошо? Да, хорошо. Очень приятно. Нам очень. О, вот это морской еж. Не лесной четвероногий друг. Ногу. Меня под руку типа с тобой типа сфотографироваться. Его там подруга или жена берет на фотографию. Очередная вылазка из номера. Мы сейчас идем на пляж. Я вот купил ласты вчера. Сегодня хочу поплавать, поснимать под водой. У меня есть бокс подводный для камеры, поэтому сейчас буду отрываться. Вот давайте посмотрим, как мы идем по дороге с облаками, что видно, что не видно. Я иду сейчас к лифту. Здесь есть лифт для особо ленивых. Я его что, пропустил, что ли? Увлекся. Да, пропустил. Вот он. Сейчас поедем вниз. Честно говоря, в лифте душноватенько. Вентиляция работает так себе. Конечно, но это 3 секунды буквально. Все, спускаемся вниз. В принципе, дорога неутомительная. Особенно если на лифте пешком. Конечно, более утомительно в такую жару. Все-таки август месяц. Не самый холодный для Египта. По ночам плюс 29-30 всегда, а днем где-то под 40. Давайте, вот это наше здание, и вот здесь, кстати, нулевой этаж считается, с террасками своими. Вон детки балуются, им хорошо. Мы, кстати, хотели, чтобы дали именно с террасой, но ничуть не пожалели, у нас тоже неплохой номер с балкончиком, считается 3 этаж. Ну, хотя, по сути, здесь 4 этажа. Я говорю, нижние считаются нулевые. Вот такой променад. Пляж очень большой, очень. Просто шикарный, огромнейший. Тут, в принципе, можно так распределиться, что и людей не увидишь. Потому что отель заселен буквально процентов на 10, наверное. По флагу, вот сейчас красный флаг, хотя море штиль. Вообще флаг они странно вешают. Скорее всего, он всегда красный. Его вывешивает только свистун, который приходит на дежурство, сразу вешает желтый. Даже при шторме он сразу вешает желтый. А когда его нет, всегда красный. Здесь 3 понтона. Мы в основном ходим на один. 3-й понтон, он вообще, по сути, закрыт всегда. И там всегда красный флаг. И он веревками обвязан. Но мы все равно туда лазили. Понтоны очень короткие. Очень удобные. Спуск удобный. Проблем вообще нет. 2 стационарных таких понтона, которые на сваях стоят. Вот один. Вон второй. И вон виднеется плавучий. Там в основном для дайверов. Ну, я туда не ходил. Туда вообще почти никто не ходит. Пляж полупустой. Почему-то все предпочитают возле бассейна отдыхать. Шатры позанимали, позастолбили и валяются. Лупяки греют. Ну, вот так идешь, людей почти не видно. Это анимация. Честно говоря, я здесь анимации пока не видел. Говорят, здесь мультики показывать должны и так далее детям. Ну, что-то я не видел. В основном в баре там тусняк, живая музыка. Вот, смотрите, красный флаг. Дежурного свистуна нет.
поэтому красный флаг. А море спокойное. Поэтому совсем нелогично, что они вешают эти флаги. Они, у них флаг не от волнения моря зависит, а от дежурства. Ну, вон плавучий понтон. Бар. Бар, кстати, открыли в день нашего приезда. Он здесь был на пляже закрыт все это время. На пляже не было ни одного рабочего бара. Сейчас они открыты. Точнее, один открыт. Вот там еще один пляж, тоже очень красивый. И он такой пустой. Там даже вот здесь на шезлонгах лежаки еще есть такие. Матрасики. Там даже матрасов этих нет. Мы потом сходим, прогуляемся. Здесь такой детский пляжик песчаный. Не знаю, насколько... Ну, он... Песочек буквально вот пару метров. Потом все равно идет плита. Она немножко такая с водорослями мягкая. Но все равно повредить ноги можно. Поэтому коралки в любом случае надо покупать. Вид красивый. Поваляться просто, чтобы волны вас полоскали. В принципе, вполне себе удобно. И вот там еще один есть такой же. Вот такой же самый заход песчаный. Но он очень короткий. Вот идут буйки. Там буквально, ну, по пояс это максимум, что бывает. Здесь постоянно вода то прибывает, то убывает. Поэтому уровень воды всегда разный, всегда меняется. Ну, виды красивые. Для фотосессии, для фоточек тут, конечно, просто бомба. Сейчас пойду в место потенистее себе найду. Сегодня, кстати, ветерок очень приятный. Не душно, сегодня очень хорошо. Вот меня такая погода больше устраивает. Все, сейчас буду готовиться к нырянию. Сейчас бокс одену на камеру и поныряем. Пока людей нет, я вкратце покажу. Здесь в основном везде душевые, так прямо на улице просто поливают. Вот здесь довольно интересно сделано. Под таким вот навесиком. Здесь и туалет, и душ. Женский, мужской. Сейчас зайдем в гости. Вот так все выполнено. И душевая. О. Так все сделано. Все, идем нырять. А то уже жарковато, припекает.
Это называется рыба хирург. Это полосатик. Какая-то красивая рыба, первый раз вижу ее. Вот еще какая красивая рыбка. Синенькая такая, с желтеньким хвостиком. Вот это морской еж. Не лесной четвероногий друг, а просто ежик. Блин, смотри, у него там то ли рот, то ли что. Охренеть. Подошел ко мне араб и говорит, что-то на английском, конечно, парень. Я не понял, я думал, хочет сфотографировать, чтобы я его сфотографировал. Дает мне мобильник. Я говорю, ну сейчас руки мокрые, я только с воды. Потер, говорю, давайте пофотографируйте. Ну. Меня под руку с тобой сфотографироваться, его там подруга или жена берет нас фотографирует. Вообще ржака такая. Вот такая моя экзотика, наверное, для них.
Диафрагма я отдыхаю. Сюда. Здравствуйте. Здравствуйте. Все хорошо? Да, хорошо. Очень приятно. Нам очень приятно. Welcome to Grand Rotana. Спасибо. Я зовут Баха. Или если что, я Баха. Спасибо. Спасибо. Так, нас балуют, походу. Белое вино и сок манго. И бокалы. Рыбка. Люля-кебаб. Картошечка фри. Картошечка обязательно. Это тоже рыбка, только в другом. А еще и курочка. Да, еще и курочка. Смотрите, сливка, виноградик. Это наша волосянечка самая вкусненькая. Помидорчики, салатик. Микс такой. Да. Ну я себе рис, люля-кебаб, запеченные овощи и микс морепродуктов, в общем. Ну и супчик тоже из морепродуктов.